Женские и мужские летние свитера легкие. Свитер Slide Mix называется данная позиция. Категория экстра 15 кг весит мешок. Первым у нас идет женская танковка. Размер указан третий. Так, следующая водолазка. 18 английский размер указан. Следов износа нет. Так, что-то вроде водолазки тоже. Указания размера нету. Марка Атмосфер, 36 европейский размер, это у нас мужской свитер. Так, размер МК, марка ГЭП, джемпер. Размер ЛК, марка Уоллес. Так, еще одна танковка, указаний размера нет, следов износа также пока я не наблюдаю. Женский джемпер, размер указан МК. Размер МК. Мужской легкий свитер 40 европейского размера, марка Атмосфер. Так, здесь у нас указания размера нет, следов износа опять же также нету. Марка Blue Harbor. Еще один мужской свитер без указания размера. Марка Папайя, размер Элька. Так, 38 европейский размер. Женская танковка марки Атмосфер, марка Джордж, кардиган. Так, 42 европейского размера, также марка Атмосфер, женский свитер. Так, водолазка, кардиган марки F&F. Так, если 20 английский размер здесь у нас указан. Так, женский небольшой легкий свитер. Указания размера, к сожалению, здесь нет. Следов износа тоже нет. Так, еще один кардиган с капюшоном марки CND 146-152. Видимо, указан рост. 40-го размера. Также еще один кардиган. Предположительно, женский. Так. Размер МК, вот такой вот свитер, ЛК, без указания размера, женская танковка, Мансун размер МК, джемпер женский. Так, еще один легкий свитер, 12 английский размер указан, марка Dorothy Perkins, 48 европейский, 18 английский размер, джемпер. Так. Мужской свитер, размер указан Элька. Состояние отличное. Так, 40 европейский размер, марка Атмосфер. ТЮ 12 английский размер. МНКО размер указан СК. Так. Женская танковка, размер Элька. Так, вот такой вот джемпер. Указания размера нет, следов износа также нету. Так, размер СК. Вот здесь вот есть небольшое пятнышко, это женский свитер. Размер XL. Так, кардиган. Марка New Look, 8 английский размер. Танковка, наверное. Свитер. Опять же, без указания размера, тоже следов износа нету. Джемпер марки Джордж. Состояние отличное. Так. Размер указан 46 европейский. Еще один свитер. 20 английского размера. Танковка. Марка Папайя, 10 английский размер. Что-то вроде тоже, наверное, танковки. Так, здесь указания размера нету, следов износа также нет, состояние отличное. Размер ЛК. Еще один женский свитер. Так, Кингфилд размер МК. Здесь указания размера нет, по ощущениям похоже на чистую шерсть, следов износа также нету. Опять же, марка Джордж, 42 европейский размер указан. Марк Спенсер,
женская танковка, слегка приталенный, следов износа нет. 9 английского размера джемпер, пуговицы все на месте, опять же без следов износа. Так, водолазка марки Next, 12 английский размер, джемпер, размер указан ML, марка Next, 6 английский размер, женская танковка, 50 европейского размера, еще один небольшой джемпер. Так, на 12-13 лет такой вот кардиган. Так, мужской свитер с высоким воротом, правда без указания размера, следов износа нет, состояние отличное. И последняя вещь, которая у нас идет в этом мешке, женский свитер, размер указан SK, следов износа нигде нет. На этом все.